Сейчас я посчитаю от 1 до 3, щелкну пальцем, и вы выходите из лифта. 1, 2, 3. И вы выходите из лифта, зрение ясное и четкое. Картины ясные и четкие. Что вы видите? Осмотритесь. Дело в том, что такое ощущение, это вот как на Луне. Все раз дверь открывается, а я вижу вот, ну, может быть, поверхность чего-то, да, но это не Земля, аж уши загорелись. Хорошо, энергии пошли ваши, комфортно вам, хорошо. Вот, но я встала, и я не, шаг еще не сделала туда, не вышла. Я потому что не понимаю, где я. Хорошо, вы синхронизируетесь с местностью. К вам приходит понимание. Вы интуитивно находите ответы, они приходят сразу к вам в голову. В виде образов, картинок, текста. Я вам задам вопрос, а вы мне сразу же ответите первое, что придет в голову. Где вы находитесь? Марс. Отлично. Очень хорошо. Так, давайте спустимся на этот Марс, на эту планету и изучим ее. Мы можем с легкостью ее облететь. Дымка такая, как облачки. Картина проясняется. Облачки так, и там... Что привлекает ваше внимание? Вы находите то, что привлекает ваше внимание. Вот коричневая не Земля, да? Ага, поверхность. Поверхность. Вот она как-то коричневая, но такое ощущение, что она не природного. То есть она может быть природного происхождения, только у нас на Земле оно было бы вручную сделано. А там как плитки такие интересные, плитки, вот, плитки. Коричневато-рыжеватые. В общем, такая красивая, она красивая площадка. То есть вы сейчас на площадке, да? Все, а это площадка, да, это площадка. Хорошо, вы на площадке. Это площадка, но как будто бы, я понимаю, что это сделано природой, но... У нас на Земле, я бы когда увидела и сказала, это вручную сделано. Это невозможно, чтобы было сделано природой. Хорошо. Что еще привлекает ваше внимание на этой площадке? Осмотритесь направо, налево, осмотритесь. Вы синхронизируетесь с местностью 1, 2, 3. Себя легко чувствуете, как на Земле, как дома, как в своей стихии. Прыгают, интересно, как будто ноги у меня на пружинах. Здорово, там невесомость, видимо, другая. И я вдали смотрю, и везде горы. Они... Но страх отсутствует. Да, страха нет, конечно. И мне интересно просто. И мне хочется посмотреть эти горы. Давайте. Туда перепрыгивайте за несколько движений вот, на эти горы. Вот интересно, да, что вот этот трик, как вот кузнечик прыгаешь, да? Хорошо, и вы там. Температурного режима вообще не чувствую. Конечно, вы синхронизированы. Вам комфортно, легко. Просто изучаем, путешествуем, изучаем поверхность Марса. А что там в этих горах? Как вы там себя чувствуете? Любопытство только. Вот интересно посмотреть. Зелени не вижу, но как будто над каждым много-много верхушечек гор. И над каждой верхушечкой есть вот этот облачко, как будто бы. Но не облачко, не туман. А что-то такое прозрачный воздух, сгущенный, светлый. Может, какое-то энергетическое образование или какое? Может быть, да, может быть. Это, да. Да, давайте я спрошу у вас. Это какое образование? Что это за облачко? Вам понимание приходит сразу, интуитивно? Над горами вот эти шапочки. Это что такое? Сгущенный воздух. Интересно. Хорошо. Хорошо. А есть на Марсе обитатели какие-то? Местные жители? Вам приходит ответ? Никого не вижу. Никого не видите. А я вас сейчас так спрошу. На Марсе жизнь в каком виде? Что к вам приходит? Она может быть и энергетическая, и какая угодно жизнь. Что интуиция вам подсказывает, что приходит? Что-то связано, камни. В камнях? Камни. Какая-то энергия в камнях есть, угу. Частичка души в камнях. Камни. Они живые. Камни живые. Хорошо. Когда я сказала камни живые, они стали светлее, и как будто не то, что улыбаются, а как будто бы соглашаются со мной. Вот, отлично. Хорошо. Давайте дальше изучать. Вы как-то ближе к ним становитесь. Да, и какой-то свет появляется, как будто не то, что однотонный, да? Угу. А свет, и даже от этого света ощущение какой-то вот, какой-то радости, что ли. Угу. Хорошо. Вы также можете с легкостью с ними синхронизироваться и считывать информацию с них. Давайте попробуем пообщаться с ними. Они, кстати, рады. Конечно. Все всегда рады общению. Мы же с светлыми намерениями пришли. С чистыми. И такое ощущение, да, ага. Что это мудрость какая-то. Угу. Мудрость многомиллионная лет. И что это, я не знаю. Многомиллионные, образно говоря, так. Угу. Как будто с многомиллионной временной ну, как бы пожилой дедушка, ага. Вот это мои ощущения, да, и они говорят, готовы поделиться этим. Знаниями. Знанием, да, да, конечно, знанием. Мудрость, отлично. И какая-то доброта. О, сейчас, это примерно так. В сказке Руслана Людмила Пушкин, который написал, угу. Голова богатыря огромная, это вот, который не, ну там вот говорит он, не мешай, но я потом тебе все расскажу, вот всадник приходит, этот, да, да. Вот, и вот это ощущение, вот прям вот ощущение вот с этим. То есть вот камень, как это мудрая голова, да? Угу. Угу. Здорово. Ну, давай поинтересуемся у него. Сколько у вас воплощений на этой планете? Сколько нужно прожить этих воплощений? 6 или 60, что-то идет цифра. Или 6 или 60. Угу. 6 или 60. Хорошо. А поскольку длится одно воплощение? 60. Вот это значит было 6. Раз? 60. Лет. Так? Да. 60 лет? Угу. То есть 6 раз по 60 лет. Каждое воплощение. Угу. Хорошо. А как эволюция происходит? Рост, в чем он заключается? Я вижу, как будто бы пар пошел, да? Угу. Какой-то живой такой пар. Это какие-то споры какие-то в пару. Угу. И что-то они как-то булькают. Угу. И растворяются в воздухе почему-то. Угу. Споры. Частички как-то, да? Какие-то частички растворяются в воздухе. И это как заканчивается программа, наверное, да? Вот так, да. Как заканчивается воплощение, может быть. Интересно. А воплощения на Земле у вас были уже? Или еще будут? Поняла вопрос. Мое личное? Нет, или... этого камня. Вот этого. Этой души. Нет. На Земле уже было или будет еще? Не будет. А было уже? Да, прошло уже много-много-много времени. Отлично. Это Земля, как будто детский сад, вот так. Для них. Угу. Превосходно. А как у вас уровень развития? То есть мозг есть у вас как-то? Можно так спросить, насколько мозг работает у вас? Если это уместно. Это не мозг. Это не мозг. Нет, это не мозг, это знание. То есть чистые знания? Накопленные знания, да? Это накопленные знания, это не мозг. Хорошо. Вот идет постоянно слово «мудрость». Мудрость. Мудрость со всех сторон. Вот оно просто, наверное, если бы можно было на физическом уровне, вот просто мудрость. Угу. Вроде даже что, это ее же можно даже потрогать, эту мудрость. Настолько она сгущена, да? Хорошо. Передайте нам, пожалуйста, эту какую-то частичку понятной нам мудрости. Нам, людям, которые далеко от вас находятся. Как нам максимально, вот людям, может быть, дадите совет нам, как нам максимально качественно прожить жизнь на планете? Надо учиться. Надо учиться. Сейчас. Я понимаю, о чем он говорит. Угу. Надо учиться видеть свет. Угу. Сейчас. Надо учиться видеть свет. Хорошо, считывайте с легкостью информацию. Надо научиться видеть свет. Какие-то земные штучки пошли у меня в голове. Ага. По поводу безусловной любви. Да, да. Так и есть. Это правило, оно везде, во всех вселенных оно существует. Безусловно, любовь. Сейчас еще что-то интересное. Хорошо, вы с ним синхронизируетесь, да, правильно, считываете переданную информацию. Помимо того, что видеть свет, идти к этому свету. Ой, как интересно. И научиться растворяться в этой любви и свете. Угу. Хорошо. Как будто превращаться. Вот цвет, вот это безусловно. Как интересно. А вот этот цвет и эта любовь, и как будто растворяться в воздухе. Ой, аж жарко стало. Хорошо. Растворяться, и это не ощущать, а быть этим. Кстати, это может быть, это могут делать все. Это могут делать все. Интересно, какие краски пошли. Даже не то, что яркие, да, а такие. Итак, сейчас это. А тогда неинтересно будет. И тогда неинтересно самим будет активизировать, ну, вот эту ненависть испытывать, да? Не то, что же вот эти ощущения, что не захочется отвоевывать и иметь то, что не нужно. Я понятно сказала, потому что я понимаю. Очень все. Хорошо, все понятно, четко. Мы слушаем, учимся. Блин, как это здорово, когда ты растворился в этом свете, безусловно. И это ощущение, что… Вы это почувствовали, да? Это я есть, это безусловная любовь. Отлично. Нет больше ничего, да? Ни пятнышка, ничего нет. Да, одно дело, когда ты понимаешь это, когда ты с периодичностью чувствуешь, и другое, когда ты это есть сам. Ух ты! Угу. Итак, и, кстати, сейчас очень много людей, очень много, даже как-то он говорит слово не людей, а он, это говорится не по конкретных там 10-20 людей, а как будто бы так, временное и какое-то пространство, где, допустим, образно говоря, 100-200 человек, а собраны когда в единый момент. Вот так бы, наверное, я сказала. И сейчас, кстати, очень много вот таких единых моментов есть, которые хотят это получить и понять, и быть этим, этой безусловной любовью. О, как интересно! Я понятно, что говорю? Да, все понятно, четко понятно. Отлично, продолжайте. Информация идет, вы просто ее улавливаете, передаете и чувствуете это все. И, кстати, что еще интересно, это вот сейчас вот когда голову, ну, допустим, вот как образно говоря, голову поднимаешь, да, и вот огромное расстояние. Я даже не знаю, сколько это и чего это, да. И где-то оттуда, как будто вот как вот солнечного такого не было, да, как солнца такого не видно было. Просто вот такое умиротворение. А оттуда прямо откуда-то как вот тонкая нить, вот солнце откуда-то издалека. Но это в моем понимании солнце, да. А там это что-то другое. И говорит, рассвет нового. Рассвет нового. Нового чего? жизни. Рассвет новой жизни. Как это нам понимать? Это новая планета или это наше светлое будущее? Это новое мировоззрение, это новое... Не раса, новое... Как-то не пространство. Это не новая планета. Угу. Это наши новые, и которые мы можем сделать сами. И которые не то, что можем сделать, оно нам дано, и мы это сделаем. Отлично. Очень хорошо. Это как новая эра, да? Да. Угу. Как наше возрождение. Да, 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 да. И все вокруг закивало. Да, да, да. Хорошо. Прекрасно. И это в наших силах. Конечно. Сейчас. Вы такая сила, говорят. Вам говорят. Угу. Хорошо, да. Вы такая сила.